Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы находитесь на канале Верка17. И сегодня у нас с вами ваша любимая распаковочка с AliExpress. Одну посылку я распаковала, потому что она пришла мне еще в декабре, и она мне была очень сильно нужна для того, чтобы одеть на ретро-матч. Ее сейчас перешивать, но я вам все расскажу потом. И также, помимо этой посылочки, у меня есть еще три. Вот, смотрите. Сейчас мы с вами каждую из них откроем и посмотрим, что же в них лежит. Для начала мы начнем вот с этого, все-таки, того, что я уже распаковала. Итак, смотрите, это платье. Я покупала его на ретро-матч. Фотки есть уже в Инстаграме в этом платье. Оно вот так вот выглядит после того, как мы его перешили. Вообще, это должен был быть свитер, но пришла тоненькая синтетика. У нее, конечно, есть полосочки, типа как у свитера, но это синтетика, причем очень тонкая. И размер был вообще не соответствовал мне. Во-первых, оно очень короткое получилось, но, в принципе, и должно было быть коротким, но не настолько. Вот, и во-вторых, у него как бы было вот так вот все без объема. Я прикреплю вам фотографию, как это выглядело, вы и сами все поймете. Вот так это платье выглядит сейчас. Вот здесь на картинке я прикреплю, как это платье выглядело до того, как мы его перешили на мне же. Вы видите, все равно собирается, как бы. В общем, первая посылка у меня вот такая. Вторая, это еще одно такое платье. Я его еще не открывала и не смотрела. Оно тоже должно было прийти в декабре, как я думала, но пришло оно только сейчас. Я уже вернула за него деньги, потому что я думала, оно уже не придет. Ребят, ну я уже вижу, что это такая же синтетика. Абсолютно такая же. И вообще это уже пришло не вовремя, не актуально. Но останется на следующую зиму. Пока я не знаю. Уже, наверное, не актуально это одевать, носить. Но оно очень тонкое. Я не знаю, как зимой можно ходить такой синтетики тоненькой. Она просвечивается вся. В общем, примерим, посмотрим. Кстати, внизу у нее, смотрите, прям вот так вот торчат нитки. Распускаются. Ну, мне за него деньги вернули из-за того, что ушло больше 3 месяцев, поэтому, как бы, грех жаловаться, мне оно досталось бесплатно. Вот такое платье. Ну, оно хотя бы приталенное, вот то было не приталенное. Ну, в принципе, ребят, весьма женственно смотрится, но синтетика, конечно, очень дешевая. Так, давайте маленькую посмотрим. Здесь, скорее всего, нож. Но это не точно. Да, ребята, здесь пришел нож. Вот такого нежно-розового цвета и керамический. У меня таких ножей дома уже штук 5. Представляете, в чем прикол? Я заказывала их из AliExpress, из Jumo. Во-первых, они всегда шли очень долго, там месяца 3-4. Во-вторых, они часто приходили вот здесь железным, а не керамическим. А я хотела именно керамическое. У меня был один керамический, я его заказала. Он у меня, к сожалению, разбился, потому что керамика бьется легко, как-то в походе. И я заказывала новый, заказывала один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, и каждый раз он приходил, и приходил железный. И вот теперь у меня наконец-то пришел керамический, хотя один керамический у меня уже есть, но я про запас заказала. У этого более такая нежно-розовая ручка, потому что того у меня такая прям, ну, сильно розовая. А есть такая нежная. Вот, кстати, вот эти ножи, они режут очень хорошо и очень удобно себя в походе. Главное их не ронять, потому что они могут разбиться. В общем, вот такой вот классный ножик. Такой девчачий вариант. Можно и мясо нарезать, и помидорчики, все что угодно. Он очень острый, очень классный. Я его очень обожаю. Так, давайте посмотрим, что им пришло с Jumo. С Jumo у меня объединенная посылка, походу. Давайте-ка глянем. Раз. Два. Да, ребятки, здесь 2 посылки. Так, ну что, первое. Так, в первой посылочке мне пришли вот такие патчи.
с Мишкой. Китайщиной пахнет. Коробка очень сильно пахнет китайщиной. Так, на патчах такой же милый рисунок, как у меня и на коробке. Вот здесь дается ложечка. Здесь у меня что-то немножко протекло уже. Вот и здесь плавают вот такие вот нежно-розовые патчики. Кстати, внутри они пахнут вкусненько. А вот сама коробочка пахнет прямо такой голимой китайщиной. Ну, коробочка прям очень красивая. Главное будет стоять в холодильнике, никто не перепутает и не скушает это, потому что понятно, что это патчи. Вот, и последняя посылочка на сегодня. Я не помню, ребят, что это. Манго. Нет ни слова по-русски. Made in PRC. Что такое PRC? Напишите мне в комментариях, я не знаю. Где сделан этот продукт? Что у нас тут? Ох, какая классная упаковка, смотрите. Мне кажется, это что-то для глаз. 15 граммов. Ничем не пахнет. Да, здесь нарисованы глаза. Ребята, это крем для глаз. В общем, попробуем, посмотрим, будет он работать, не будет. Но упаковка прям очень красивая, мне прям очень нравится. Прям идеально выглядит. Я бы такое использовала. Ну все, ребят, на этом все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если вам понравилось, поддержите этот ролик лайком. Подпишитесь на мой канал. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления. И до новых встреч!